На заседании Совета обсуждались вопросы относительно Евразийского экономического союза. В частности, говорили о проекте договора о присоединении к Союзу Киргизии и Армении. Документ по Армении будет подписан уже 1 июля. Обсудили и меры по защите российского рынка в случае присоединения Украины к ЕС. Напомню, экономическая часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом, возможно, будет подписана Украиной уже в эту пятницу. В этом случае, отметил вице-премьер Игорь Шувалов, решение о защите рынка нашей страны от беспошлинного потока через Украину европейских товаров будет приниматься на уровне правительства России, а не Евразийской экономической комиссии. «Нам теперь для этого решение на троих не нужно», — сказал Шувалов журналистам по итогам заседания Совета.